Финансовый университет – это ведущий вуз России с более чем столетней историей. Мы готовим традиционно лучших экономистов и финансистов для нашей страны. У нас много кампусов по Москве, много филиалов, большой контингент студентов и преподавателей. На сегодняшний день нам нужна эффективная и гибкая экосистема с мощной электронной информационно-образовательной средой, которая помогала бы нам поддерживать качество образования, организовывать и координировать учебный процесс на самом высоком уровне и отслеживать все изменения и проводить необходимые трансформации. Совместно с экспертным центром «Галактика» за очень короткий период было реализовано огромное количество интереснейших проектов по цифровизации, созданных на основе российской платформы Bittrex24. Ну, во-первых, это личный кабинет олимпиадника, личный кабинет обучающегося, личный кабинет преподавателя и сотрудника. Сегодня данными сервисами пользуются десятки тысяч человек из семьи финансового университета. Я могу посмотреть расписание занятий через чат-бот в Telegram или ВКонтакте, либо через личный кабинет студента. Также я могу подать заявление на повышенную государственно-академическую стипендию, общаться в чате с одногруппниками и преподавателями, посмотреть учебный план и реестр методических материалов по нему. Для преподавателей с коллегами из «Галактики» реализован ряд сервисов. Это индивидуальный план работы и индивидуальная карта оценки эффективности. Это взаимодействие с обучающимися при выполнении выпускных коллекционных работ. Для администрации вуза также появился ряд дополнительных сервисов. Среди них система контроля проведения фактических занятий, как в аудитории, так и виртуальных, так и система проведения конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава. Цифровая трансформация – тот процесс, в который вовлечен весь коллектив. Мы делаем процессы прозрачными, а системы стараемся сделать удобными для всех участников. И это хочу отметить. Даже не международный подход. Это галактический подход.